сейчас в маленьком городе Апатиты, в маленьком тренажерном зале, и очень часто машины не очень удобные. И вот мы сегодня столкнулись с такой проблемой. Такой вот у нас тренажер очень тяжелый, и мы не знаем, как вот бицепс бедра нам хорошо проработать. Саш, подскажи нам. Сейчас найдем варианты. Итак, да, очень иногда бывает, что вот такие тренажеры, ну, для девочек будет очень трудно даже выполнить с элементарно, вообще даже без веса не добавлять. Есть несколько вариантов, мы сегодня их продемонстрируем. Первый вариант мы можем сделать на мече сгибания ног. Или вот такой вариант, работаем ножкой одной, можно хорошо проработать манжеток. Манжет цепляется на блочной машине, ложимся, зажим, очень аккуратно, плавненько работаем. Можно работать одной ножкой или двумя. Или для более продвинутым становимся в положение планка на локти или на руки и делаем опять же сгибание ног. Отлично, спасибо, Анечка.